Что случилось? О, очнулся. Тебя аниматроники хотели запихнуть в костюм, но я их отвлек и затащил тебя сюда. Что там на экранах показывают? Ну, вроде как, пока спокойно все. Надо отсюда сваливать. Только надо нам продумать, как это сделать. А то, что ты знаешь, эти аниматроники какие-то слишком злые в этой пиццерии. Я уже слышу. Так, вышел этот в лефте. Так, они свет нам не отрубили, это очень хорошо. Вон стоит на камере, вижу. Так он идет сюда. Я вижу, ты фонариком светишь, я его тень вижу. Слышишь? Да. Я иду назад. Это Лефти? Да. А что они тут делают? Смотри, у него механизмы внутри. Это он, чтоб мы в костюм залезли, хочет? Наверное. Я не буду залазить. Спринтра пожил. Он, я видел, как он сидел, он сейчас к нам будет идти. Так, проверим, работает дверь. Отлично. А я могу сразу открыть? А открыть сразу нельзя. Да, ждать надо. Какие звуки. Слышишь, дети? Плюштрап идет. Так, сидит. Ой. Закрывай. А кто там? Там этот Спринг Бонни. Вижу. Люштрап. Они все хотят к нам попасть. Так, если что, сразу закрывай двери. Блин, я испугался. Очень страшно. Так. Насколько я помню, эти двери убивают. Так что мы можем какого-то аниматроника попробовать поймать в ловушку. Что это? Ты слышал? Да. А ну идем посмотрим. Это что за птица? Что за аниматроник? Они со всех частей тут. Капец. Я думаю, что надо нам попробовать как-то в подвале их закрыть. Да, тоже есть идея. Смотри, он на меня смотрит. А с виду очень добрая. Он говорит, этот, монетку вставь. Есть монетка? Не, я когда прогулялся, я тут не видел ее. Ну и насколько я знаю, этот аниматроник не может нас убить или засунуть в костюм к себе. Так, я попробую в подвал пройти. Давай. И заманим их туда и попробуем закрыть хоть парочку аниматроников. Опа, выключился. Так, у них аккумуляторы очень слабые. Я иду в подвал. Идешь? Иду. Так, там нас обходят аниматроники. Так, быстрее заходи. Так, ну каков план будет у нас? Заманить сюда. Лифт поехал. Я слышу, как они вверху ходят. Лифт едет вверх? Так, спускай, быстрее, запрыгивай. Отлично. Невидимый. Опа. Он нас видит? А! В следующий раз, когда спустимся в подвал, будем выключать фонарики. Он нас по фонарикам спалил. Тихо. Так, я с этой стороны смотрю. Слышишь? Да. Вот он. Ого, это Чика, смотрите, какие у него зубы страшные. Нифига себе. Вот это она стрёмная. Закрывай. Я так боюсь их. Вон тоже сломанный аниматроник стоит. Тут тоже Чика. Смотри, две одинаковых Чики. Это что, две сестры, это, близнецы? Дубликат. Так, знаешь, что я думаю? Надо резко нам попробовать пробежать. Есть, не успел! Блин, как же это страшно! Окружили нас. Есть идея через вентиляцию быстро в подвал слезть. Так, давай сейчас двери пробуем закрывать. Давай. Чтобы у нас время было. Так, и это, все, идем. Отлично. Не открывается. Они заблокировали. Идем назад. Вот блин. Они знают все, что мы тут пытаемся сделать. Умные аниматроники. Так. С той стороны нету? Нету. Можем бежать. Побежали. Быстрей. Так. А, лифт! Ах ты, блин! Ё-моё, я на лифт упал! Вызывай. Так. Нормально.
Как я себе ноги не сломал. Так, давай. Быстрей, быстрей. Может, там какую-то ловушку там поставить? У меня появился план. Смотри, что... О, спускается! Меня... Быстрей! Запрыгивай! Не успеваем мы липучку поставить. А! Фонарик. Выруби фонарик. О, это Хелпи. А, он не убивает. Да, он добрый. Но он же может сообщить другим аниматроникам. Ничего, это придет нам на пользу. Там злой пришел. Так, тихо, тихо. Так, у меня есть ночной режим. Отлично. Ой. Не шевелись. Тихо, двигайся. Он заметит. Они сейчас уедут. Так, всё, мы, короче, уедут. Должны поставить кучу ловушек им. И всех поуничтожать. Так, Хелпи, отойди, пожалуйста. Сейчас. Такой прикольный. Так, смотри, нужно поставить липучки сюда вот. Может, еще там в самой шахте, когда лифт спустится, она тоже сдетонирует. Блин, уже не получится туда тебе зайти. Ничего страшного, я тут еще на входе кину на всякий случай. Давай, много кидай. Слышишь? Так, я запрыгиваю. Да. Я очень боюсь их. Нужно нам хотя бы одного аниматроника обезвредить. Мы так и сделаем. А что он от нас хочет? Так, сейчас я издам шум. Ого, это не нас ищут. Смотри, вот у меня есть электрошокер, сейчас я им издам шум, и он сюда... Давай. Придет. Аниматроник, иди сюда. Слышь ты! Спускается, кажется. Выключи фонарик. Отвечаю. Есть. Да сработает все. Есть! А ему ничего. А как так? Вот и так вот. Он разозлился. И лифт уехал, мы не можем... Ай, блин! Так, есть у меня другой план. Я еще кое-что себе прихватил, поэтому можем попробовать тоже. Ну, внизу склад оружия, насколько я знаю. Так, идет, я закрываю. Вот как раз-таки... Этой стороны? Вот как раз-таки в этом складе оружия я могу кое-что найти. Может взять пригвождатель? Ой! Тихо! Не шевелись! Мы не можем дверь теперь закрыть. Фух, вот это стрёмно, когда они сюда заходят. В принципе, можно и в шкаф еще запрятаться. А, я не влажу. Ну, поотращивал себе жирное пузо. Фокси сломанный. Нет. Ай. Двигайся. Я не двигаюсь. Что у него с руками? Что за обрубки? Hello. Я не шевелюсь. Привет. Ты пошевелился, кажется. Он не увидел. Hello. Отлично. Очень страшно. Кстати, ты взял отмычку для вентиляции? Да. Могу. Пошли, попробуем открыть. Так, они вентиляцию не пролезут, они очень толстые. Так, пробуй открыть. Сейчас, подожди. Давай. Так, вот тут надо поддереть чуть-чуть и... Открыл! Побежали! Так, отлично! Бежим! А, нет! Быстрее, тихо! Быстрее! Я запрятался. Что они там? Музыку включили какую-то. Он ушел! Беги сюда! Там нет. Марионетка! А, запряталась! Я бегу! Быстрее, 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 быстрее! Так. Сейчас внизу мы пригвождателем его... Приделываем к полу и резко едем на лифте и закрываем его здесь. Так, смотри, тут, кажется, в ящиках, смотри, что было. Так, вот, вроде здесь, смотри. А надо найти... Вот, это шумовая граната. Я ее брошу, и она будет издавать громкий звук, на который аниматроники смогут прийти. Давай. Так, ну что, готов? Да. Так, очень хороший туда... план, должно сработать. Так, бросай туда сюда. Давай. Так, запрыгиваем наверх. Так, пошел процесс. Все, они вдвоем сюда должны прийти. Я точно это знаю. Лифт поехал. Все, сейчас они будут. Готовься. Они нас ищут. Ух ты, оно жахнуло. Но оно издало еще больше звука. Да. Так. Вот, приехал. Так вот, первый, второй где?
А второй вот вызвал. Так, не шевелись. Я выключил фонарик. Кекс. А где Чика? Он уедет сейчас, блин, он уедет. Тогда надо одного пригвоздить, а другой приедет на звук. Так, тогда одного... Отлично, наваливай. Все, он... Ха-ха, это ёжик получился. Так, ждем, сейчас другой приедет. Того тоже пригвождай. Сейчас. Так. Сейчас он выйдет из лифта. Пригвождай, быстрей. Слепи, я его слеплю. Отлично. Все, и двое тут. Быстрее. Ай. Так. Все, едем. Все. Отлично, мы смогли их закрыть. Ты... Вот это класс. Так. Все, бежим отсюда. Они очень злятся. Очень. Открывай дверь. Да, ломаю. Доски. Так. Ну. Так, я могу пролезть? Есть. А, наша машина. Садись, быстрей. Иду. Все, уезжаем отсюда.